Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня с нами компания Казаков, компания Лючитру и Серебро с казахстанской бирюзой. Вот такая у нас дружная троица. Наш магазин, производитель Казаков Василий Васильевич и казахстанская бирюза. Я думаю, что сегодня мы будем наслаждаться ее очень красивым либо лавандовым оттенком, либо действительно бирюзовым оттенком, смотреть на нее, любоваться и радоваться. Да? Смотрите, вот такое кольцо, прям огромный перстень. Сбоку у нас цветочки. Очень хорошие такие прорисованные, с позолотой и огромный совершенно камень казахстанской бирюзы. Опять же, Василий Васильевич, он у нас гемолог, вот они знают, откуда приходят камни, и нам дают эту информацию. И вот такая вот роскошная бирюза, и, конечно, можно любоваться ее переходами цвета бесконечно. Бабочки у нас, сережки-бабочки у нас остались, видите, одни, но, в принципе, тут такой цвет, мне почему-то очень захотелось их к жукам. Вот здесь одно колечко у нас есть, и мне кажется, почему нет, бабочки с жуками очень хорошо, тем более, что бирюза ложится здесь неплохо, да, как бы, посмотрите, как интересно смотрится. То есть мы немножко ее поделили так по цветам и просто смотрим с вами модели. Вот слева у меня здесь все, что касается и бирюза имеет такой вот синий-лавандовый оттенок, да, немножко с фиолетовым походом, да. Здесь у нас вот флористический орнамент, колечко у нас размер 18,5. Так, убираем бабочек, мы ими уже налюбовались. 18,5, мерю на 18,5. Конечно, к такой бирюзе достаточно сложно подобрать серьги, поэтому их всегда мало, поэтому, собственно, эти бабочки, видите, у нас есть и такого оттенка, и такого, чтобы если вдруг вы прям не можете носить кольцо без сережек, все-таки у вас была возможность взять хотя бы такие серьги. И вот такая не очень крупная, но тоже очень эффектная, еще раз говорю, казахстанская бирюза, размер 18,5. Примеряю тоже на 18,5, здесь плотновато, взяла бы на 18. Посмотрите, какое красивое сочетание на фоне вот этого желтого золота, да, как бы эффектно очень бирюза смотрится. И хочу вам положила специально вот два комплекта. Здесь у нас тибетская бирюза, называется «Посмотрите разницу», да, почувствуйте эту разницу, посмотрите ее по цвету, хотя и здесь, и там бирюза самая, ну, как бы, что ни на есть, настоящая, цельная, кусочками, никакой прессовки, никакого тонирования. Ну вот, поэтому казахстанская бирюза самая дорогая, она такая живописная. И второй оттенок казахстанской бирюзы, видите, здесь меньше уже вот таких синих, сине-лавандовых прожилок, а больше все-таки такого небесно-голубого, даже с зеленцой немножко, небесно-бирюзового оттенка. И опять же мы видим разницу. Ну, конечно, ну, в общем, все понятно. Хотя этот комплект тоже более чем достойный. Размер 18,5 у нас есть. Я сейчас примерю его на каждый день. Замечательный комплектик. Ну и, естественно, разница в цене никуда не пропала. И если это ваш именно цвет, который вам нравится больше, вам больше подходит, я думаю, что можно такой комплект приобрести и прекрасно им наслаждаться. Тем более, что у нас есть еще и колечко 18 размера. Итак, продолжаем дальше казахстанское. Посмотрите, какая прелесть. Размер 18,5. Широкая шинка. На 17,5 мне все равно свободен. Свободно это колечко. И второй вариант. Вот видите, такой у нас не так много. 17,5. И опять, почему я говорила про бабочки. Посмотрите, как они хорошо ложатся к этому кольцу. Да? То есть узор идет вот этот вот серебряный с позолотой орнамент. Весь такой витиеватый. И по цвету бирюза очень подходит к кольцу. Поэтому я говорю, если вы носите комплектом, имеет смысл озадачиться и приобрести сразу изделие. Полностью закрыть так свою хотелку. И, конечно, мы ждем вас в нашем магазине. Все цены на нашем сайте lyuchit.ru. В WhatsApp пишите, мы отправим вам персональные видео, расскажем про цены, про наличие, ну и все, что вам нужно. И мы желаем вам самого хорошего. Ждем вас в нашем магазине.